Бедный Ярослав и бедная травка. Все, начали. Привет, девчули, и я хочу вам рассказать много интересного, что произошло за эти дни, пока я в Москве. Первое сегодня Влада обожглась крапивой. Плакала жуть. Второе, меня приняли в школу. Ура! Я не буду понять. И, к сожалению, в самый последний момент я даже не успела подобрать школьную форму, потому что я не знала, какая будет у них форма. Черная с белым или синяя с белым. Вот, и завтра я пойду шопиться. Вот, и сегодня я еще купила колготки в Кальзидоне. Это не реклама. Они синие, молочного цвета и какие я еще покупала? И еще какие-то, короче. Вот. И если мне удастся снять, как я шоплюсь для школы, то некоторые кадры, может быть, я выложу. Мы пойдем завтра покупать одежду и канцелярию. Вот так. Еще, что я хотела тебе сказать? В моем классе будет больше девочек или мальчиков? Пишите в комментариях. Кто за девочек? Пишите вот такое сердечко. А кто за мальчиков? Вот такое. Вот я лично за девочек. Кто угадает первым, тому подписка и лайки. Поэтому быстрее пиши. Я думаю, что больше девочек. Потому что в том классе у меня было больше девочек, чем мальчиков. Ну вообще девочек больше на земле, чем мальчиков в этот момент, наверное. Вот поэтому. Я за девочек. Но также пишите. И сейчас, к сожалению, на этом видео Влады нету, потому что она приболела и лежит дома вместе с мамой. Вот, а так я сейчас одна в парке. Влада приболела, у нее температурка, поэтому поддержите ее лайком, подпиской и добрыми комментариями. Погода отличная. Как вы видите, я в комбинезоне. Сижу сейчас на травке. Солнце светит, поэтому я ушла в тенек, потому что я сейчас буду щуриться, если на солнце выйду. Вот, все красиво одеты, позитивные, дружелюбные. Я много подружилась с девчонками, и мне еще никто не сказал, кстати, прости, но я не могу, я ухожу. Там, если уходили девочки некоторые, то они говорили так: привет, я там, например, Миринда, извини, я ухожу. А в Питере, я помню, у меня было несколько раз, когда я знакомилась с девочками, они мне говорили так: я ухожу, пока. На этом все, всем пока, люблю, пока-пока. До новых встреч. Если вы в Москве, то пишите. Поддержите Владу лайками, подпиской и хорошим комментарием. Все, я все сказала. Ну вот и закончился последний день лета.